Ну что, ребята, вот отпуск к концу подошел. Осталось 2 часа. Я уже выселился из отеля. Короче, сейчас еще искупаюсь разочек в этом прекрасном бассейне. Hello. Здесь вообще классно. Так что ставим лайкос этому месту. На самом деле, честно, не хочется уезжать даже. Хоть здесь и чуть-чуть похолодало, но уезжать не особо хочется. Самые, кстати, лучшие номера это именно вон там, вот там ресепшн. Вот эти номера самые лучшие, потому что там нет никаких храмов и так далее. Там женщины плавают. Сейчас тоже окунусь. Будет все замечательно. Взял еще один пивас из холодильника. И, наверное, на сегодня пока все. Дальше у меня эти китайские авиалинии. Буду ими лететь. Там все остальное на халяву, но все равно в Китае лучше быть осторожным. Вот столовая у нас. Вот мини-бар, в смысле, сюда спускаются из этой, из столовой, и здесь типа продают. Короче, огончик, и бассейн, и номера, и прислуга. Короче, знатно. Дети вообще для мелких детей. Были тут в первый день. Ой, ору-то было ужас. Ну ладно, ничего. Будем стараться держаться. Лечу сейчас на Боинге, который запретили во многих странах. Ну, из-за того, что он падает много. Ничего, будем надеяться, нормалек. Так что, если что, заряжаем лайкос, ребят, по любасу. Большой-большой лайкос. Будет все окей. Будем надеяться, в 0:30 у меня вылет. Сейчас время. Время 7:35. Через 2 часа отсюда уезжаю. Ну все, я присел сюда. Вот этот пивас, да и хватит. Остальной водичкой разбавим. Все в организм перемешается. Давайте, на связи. Так сказать, увидимся. Спасибо этому дому. Было очень хорошо.